Канал «Крылья Нью-Джерси» представляет. Женский отряд и Вениамин. Лёлик и Болик. Ямайские. Нет, неправильно. Острова Явы. Попугай Паралет по имени Бонни. Девочка. А это, по-моему, Новая Зеландия. Это, по-моему, самый маленький попугай на свете. Меньше волнистого. Ух, это победа. Лёлик. Нет, Лёлик и Болик это вот тут. А вот тут у нас. Тут у нас Бульдины по имени Чук и Гек. Чук с красной маской, а Гек с морковной. Я их вырастил с крошечек. Важный такой, очень такой важный сам по себе кеннер по имени Григорий. Это шиферный бровастый. Как оказалось, самый поющий Кусик. И только что в женском наборе вы видели Мусика. И Крем де ла Крем, новейший кеннер Сёма. Red Factor. Тоже бровастый. Большой, голосистый красавец. Вот, други мои. Это и есть птичий двор канала «Крылья Нью-Джерси». И это что? Ну, конечно, это победа. Снимал шорт в вертикальном положении. Ну, и уже перешел. Будет такое миниатюрное видео. Итак, Григорий, Кусик. Семен, попугай Паралет по имени Бонни, Клайд, к сожалению, покинул нас, ушел в мир иной по причине абсолютно неизвестной и непонятной. Все было нормально. Жили вместе, то есть отравление исключено, прожил 2 недели, тоже с молодых, и раз и скончался. Магазин меня, ну, как бы компенсировал мой ущерб, тут без вопросов. Магазин очень старый, серьезный, больше 50 лет. Вот, еще помню, в 94 году я с моим итальянским боссом, я тогда работал, еще до того, как открыл бизнес я в 97-м открыл. Заехали именно в этот магазин, где я накупил всю эту птицу. Ну, всю, кроме Григория. Потому что Григорий, он от американского чемпиона, судьи, такого большого дядечки. То он мне его уступил. Так вот, мы заскочили в этот магазин с Ники и купили тогда. Купили. Я мог тогда только подумать о покупках. А... Он купил за 1500 долларов африканского серого попугая с таким, с красным хвостом, марун. Это одни из самых лучших говорунов, насколько я знаю. А вот я на днях был, приобретал Семена и поделился с этим с хозяйкой. В те годы она еще была не хозяйка, оказывается, но уже работала в этом магазине. И
Она сказала, да, это очень, конечно, было дорого. А сейчас они у нас стоят всего лишь 6 тысяч на минутку. Ну, послушайте, полторы тогда, это как 6 сейчас. И что, это победа? Инфляция – это победа? Ну, скажем так. Чук и Гек. Боже мой, какие они были смешные. Крошечные, смешные, просто такие бесцветные еще практически. Ну, как бы их маркинг можно было предугадать, но то, что какие маски у них будут, будет непонятно, потому что головки были серыми, и потом такие два красавца в таких таксидо выросли. На этом, ребята, наверное, буду заканчивать мой обзорчик. Вот такой вот вертикальный. Вы уж простите, други мои, люди добрые, за то, что так вышло. Воскресенье. Так, все равно лайки поставьте, я заслужил. Смотрите, какую я работу проделал по изготовлению клеток. Все моих рук дело, так сказать. Вот. Для парных вот такие вот 1,20 м вольеры. Ну, а для беспарных ровно в половину, 60 сантиметров. Просторно. Гулять есть где. Чук и Гек, по-моему, два самца. Ну, живут очень мирно. А вот Люлик-Болик, точно, самец и самка. Но пока что-то вот они у меня второй год уже не разводятся. Ну, будем надеяться на лучшее. Ладно, ребят, давайте. Всем привет, всем пока. Размножьте по всему свету. И до скорого. И на сегодня все. Вон. Один уже спит. Ш-ш-ш-ш-ш.